зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу легенда. 3 ширина, 4 длина. Пока приехали, разложились. Строить мы ее будем за углом. Вот такое основание подготовлено. Тут бетон, сверху брус. И еще у нас будут грядки и форточный блок. Все, приступаем к работе. Заказ мы подготовили, закрепили к основанию, выровняли, прикрутили отлив, нанизали стеновые листы полика. Сейчас будем ставить переливы и приступим к покрытию крыши. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 3 на 4. Пойдем смотреть. Цельная дверь с одного торца, торцевая форточка с другой стороны, каркас сделан из профильной трубы 40 на 40, также используется труба 20 на 20 для связей. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители, есть у нас система подвязки. Три нитки расположены согласно грядкам. Есть форточный блок на термоприводах. Есть грядки, расположены согласно схеме. А именно, это Ш-образная грядка. Пятисотки по краям. 700 в центре. 750. Стоит на деревянном основании, брус 150 на 150, пропитан поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Помимо теплицы с грядками установили еще шпалера, называется, длина 6 метров, 3 секции, натянуто 2 троса. Все это для того, чтобы поддерживать, подвязывать малину. Она сделана из трубы 40 на 40, это стойка, и 40 на 20 сами элементы. Связи 20 на 20. Покрашено также все полимеропорошковым способом, цвет тоже шоколад. Вот они в комплекте у нас тут будут находиться. Вот такие замечательные изделия от компании «Уральская усадьба» остаются у клиента, чтобы клиент пользовался, получал удовольствие, получал большой урожай. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!